Здравствуйте, у нас 31 января 2018 года. Вот Игнатий Иванович идет. Куда-то он приехал к нам. Добрый день. Здравствуйте. А вы с кем приехали? Я с мужем приехала. Он закрывает машину и зайдет. А он пойдет ли? Пойдет. Я ему скажу, интересно. Миром. Я такого никогда не видал. Иди скажи ему. Он вас видел по интернету. Здесь увидишь, живет, увидишь, все. Вот убранство. Пойдемте, обязательно. Вот он будет тяжелеть, она будет рассказывать. Здравствуйте. Миро. Люди едут из зрелища, а тут кто-то такой. Пойдемте. Заходите. Это не просто дом, он один за всю историю. Представьте, я вернулся в заключение, 11 лет шел суд. А и вот этот приехал Баварин, тут и все выдал. Да. Это не просто так. Мы знаем. Каторжнику приехал, как он Мишка оформлен. Да. Давайте, выходите. Ага. Вот это у нас записано. Угу. Заходит, человек уже знает. Ага. Сейчас я вьюшку открою, вот он там. Mm-hmm. Этот топил угаром пахнет. Что. Я сейчас все это уберу. Это от пыли закрывается. Mm-hmm. А я вижу, я в интернете. Видите, нам Господь как это дал. Я каждый раз дивлюсь. Не делал и готовы, все Бог дал. Вот смотрите, это мои книги вышли. И вот что интересно, приехал человек, и тут он помог. Столы сделал, все. Книги выходят, я их раскладываю. Как последние дни книга вышла, кончил. Все, и ровно по столу. Даже вот это вот настолько интересно, что ни одной книги уже нельзя положить. Ну вот смотрите. Значит, по порядку у меня первое вышло вот это, потом симфония, крестное православие. Это все о православии. 40 лет собирал материал. Вы видели ее? Я не видела. А только, посмотрите. Я только единственная. По ней диссертация защищает. Я только единственное все это вижу в интернете, когда, ну как, случайного ничего нет. Да. Увидела вас в Ютубе перед Новым годом. Нынче. И с тех пор начинаю каждый день знакомиться с вашей жизнью. Вот завтра, смотрите, утром события будут. События обычно так. События дневные я насчитываю. А потом отправляем мы в администрацию ресурсов. И там потом ставят. А через неделю я выставляю. А тут такой срочный горящий материал. Я сегодня заканчиваю сам. И завтра утром, видите, она разделена на две части. Вот, вслух, прочитайте, что тут написано. Вот это. По порядку. Издание второе. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. А дальше? Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со времени Иеронима Стридонского, умершего в 420 году, в православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. О, значит, вот какие темы, посмотрите, открытые. Угу, по порядку, заголовок сейчас вот сюда убрать. Угу, оглавление. Так, Слово Божие – это священное писание. Все, что об этом говорится в Библии, да. Что говорится в житиях святых, что говорится в канонах, правилах, и что говорится в трудах святых отцов? О молитве. О молитве, все. О покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению,
об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне. Спаси, Господи, от лжи, от объедения, от пьянства, от забот житейских. По отдельным темам. А дальше? Затем отцы и дети. То есть взаимоотношения. Я понимаю, да. О слове, о сне, о благовестии, о семье, о братобритии, о табакокурении. И ну, там понятно, бодрствуйте. Божий храм и торговля вот. Несовместимы. Божий храм и торговля несовместимы. Несовместимы. Если нужно, значит, это впервые это услышала. Отдельно 600 рублей стоит. Том, значит, я вам сразу нельзя. Вот этот материал даю, за которым приехали. Да. Это второе издание Нового Завета. Посмотрите, вот тоже здесь. Трехтомник. Видите, как он издан. С закладками. Видели в библиотеке у Путина? Угу. Я слышала. Показывал библиотеку. Но эта книга того стоит. За 2000 лет такого материала не было. 240 картин Гюстава Доре. Можно я тоже посмотрю? Видите? Ой, какая красота. Это мы раскрасили. Это наша раскраска. Это лучшая иллюстратор Библии. Угу. Ну, там красивые. Видно. Очень красивые. Значит, это 3000 стоит. Да, я знаю. Если это берете, то я можете беру. Взять 600. Да, пожалуйста, я беру. Ну, эти книги уж... Когда нужно будет. Вот я беру 600, сегодня. 600 это города я бесплатно провез. От Владивостока до Лиссабона проехали. Турцию, всю Прибалтику, Скандинавию. И везде вот эти вот все вместе книги, это 750 евро стоит. И в каждую библиотеку дарил. Игнатий вот Тихонович, большое спасибо вам за Слава книги. Христу. Первое, что подумала, когда буду в Барнауле, а я с Нового года вот приехала с мужем по делам, заехать к вам и взять, приобрести драгоценность. Ну, вы знаете только, что 2000 лет Христова Церковь, такого труда не было. Чтобы толкование полное с откровением, это впервые вышло. Это Господь сделал, человеку это нельзя сделать. И тут же 297 комментариев. А еще можно спросить у вас? Да. У меня был мне сделали подарок в свое время, это несколько лет пролежало. И когда я к вам поехала, я решила, что я возьму и спрошу у вас. Смотрите, это с Израиля. Я знаю, у меня есть это. Да. И так как я дома не знаю и не могу, и не научена, что с этим делать, я хочу это благословить нет, вашу нет, церковь. Нет, я не беру. У меня стоит она так, пылится, я не пользуюсь этим. Нет. А что с этим делать, не знаете? Ну, я не знаю, что у вас это как... Здесь что? Крестик, здесь написано «Освященный ладан». Оливковое масло, мне так нужно воскурить, кто-то умрет. Святая вода и святая земля. Если вы взяли с верой, значит, так и будет. Да. Святая вода, она где-то, ну, когда болеешь, то может быть потереть, глотнуть. Все, понимаю. Ладно, так что нет. Спасибо. Благодарю. Мне все это привозили оттуда. Ясно. У нас есть крест, мы считаем его целительным, вот лежит. Ко мне пришел человек однажды и говорит, закрой глаза и надел. А это было как раз мы возле тюрьмы, я сотрудничал с тюрьмой, помогал там. И там, где расстрелянные ямы были, и стали кости все это выходить, и расстреливали священников. И, видимо, крест это оттуда. Вот это вот. Игнатий Тихонович, еще продолжение следует. Я вам хочу подарить открытку, коль она у меня такая лежала, значит, к месту. Послушайте, что я вам написала. Ну, хорошо. Благодарю Господа за удивительного человека на земле Лапкина Игнатия Тихоновича, который во славу Иисуса Христа дарит нам Божью любовь, нам, людям на планете Земля. Спасибо вам большое. Я хочу вас завести в храм, где мы молимся, посмотреть. И, хорошо. Благодарю. Я хочу, на сайте прочитала, что кто желает благословить на продолжение издания ваших книг, маленькое пожертвование. О, нет, я уже не издаю. А, вы не издаете. Я уже, если у вас есть здесь, вы можете взять себе эту купить. Ну, я не все взяла. Да, это все. Так. Здесь, пожалуйста, хорошо. Это 600 рублей. Угу. Так, я уже не издаю, поняла. Поэтому мне деньги тут не нужны. Угу. Мне говорят, вот если бы разбогатело, ну, внезапно бы там Абрамович мне бы дал, ну, миллион долларов, допустим. Первым делом я купил бы комбайн нашему старости. Ну, на таком он работает, все разваливается. И у него 300 примерно гектаров. Немного, но ну, невозможно, все на ходу рассыпается. А рядом более удачный фермер. У него 7600 гектаров. Возьмите, пожалуйста, за эту книгу. К истинному православию. К истинному православию. Вот, 600 рублей. Как все, во славу Божию. Спасибо вам большое. Пойдем-ка я там открою. Берите это, сложите.
Так вот, зайдите-ка сюда, посмотрим. Тут разговаривать нельзя, но посмотрим. Посмотрите, как у нас иконы, а между иконами есть описание. Видели это, да? Ну, тут, ну, люди приходят, кто-то стоит. Так, вы не разговариваете, а я буду говорить только. Вот. Здесь уже непосредственно алтарь. Проходите-ка сюда. Видите, какие иконы. Подходите ближе сюда, я буду рассказывать немножко вам. Проходите, проходите, проходите. Разговаривать только не надо. Видите, как это вот изображение Серафима Саровского, чудеса его. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость, пища Соломона. Это у нас алтарь. Вот. А заходить нельзя, но посмотреть можно. Сбоку подойдите. Видите? Это где священнослужитель, и когда ребенка крестит, ребенка может занести, а девочку только перед царскими вратами. Уже слышала от вас. Такой порядок. Ну, уже ничего не сделаешь. А здесь, ну вот, надписи везде. Пойдемте по этой стороне. Вот я тут ищу. Тут у нас вторая печка стоит, там кочегарка в стороне. А здесь стоят в основном женщины. Видите, как Господь все сделал так. Это здание было спасение на водах, а свода. И когда 11 лет шел суд, и Господь сделал так, что я его выиграл. Уже реабилитирован был. И тогда вот приехал мэр города Барнаулу, Баварин был. Сразу тут с редакцией были, все это зафотографировали. Большая статья в «Алтайской правде». Лапкин предпочел храм недвижимости. И тут Баварин приезжал, смотрел, как у нас алтарь строится, у нас близкие отношения были, голубятник был тоже. Я голубей держу. Пойдемте. Видите как? Дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, не яблоки, но слово твое сохраняет верующих в тебя. Премудрость Соломона. Потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Времена эти были. Или далее Амоса. Наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пощу на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, да. А вы его держите в руках. Да. Это детям и внукам перейдет. Да. Ну все, пойдем посюда пройдем. Все Писание Богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, наставления праведности. Аминь. То есть это не запрещается. Почему не, в церквах это не делают? Иконы, это все... Все храмовое, куплено, патриархии. Но надписи они оживляют. Они, у нас здесь глухонемые, мы все переписали, что они не понимают, а кто слышит, он, видите как, указкой водят, и они смотрят. Угу. Для глухонемых. У нас было их много, а сейчас одна осталась только. Кто умер, кто ушли. Вот как. А теперь священное писание могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. И поэтому начал даже голову повернул и сразу увидел. Это место-то, ну, нежилое было. Трудно было перевести в жилое. Это ушло сколько? Год почти. Там деньги, деньги везде за все. Но Баварин меня как за руку водил, и мне бесплатно все сделали. В жилое. А теперь в жилом мы можем что угодно делать. Ну, что делать? У нас все открыто. Тут зарегистрированная община, краевое отдел юстиции. Православие. Но... Мы им не подчиняемся, хотя их митрополит к нам приезжает, мы полное общение имеем. Но они над нами не властвуют. Если они будут властвовать, они у нас и деревни все разрушат. Мы их очень хорошо знаем, у нас не будет. Я сейчас там закрою, подожди. Все, выходите. Закроешь. Ладно. Вот, а это у нас еще позабыл показать. Подойдите сюда. Это у нас детская. Тут мамки с ребятишками. Видите, как все сделано. На три этажа. Когда приезжает кто-то ночевать можно, мы очень довольны. Конечно, мне заплатили только одну двухсотую часть.
Общая стоимость похищена у меня 11 миллиардов было. Самая крупная в мире фонотека. Ну и 11 лет шел суд, отменяли, и наконец Верховный Президент Верховного Совета СССР вмешался в это дело и прекратить беззаконие. Тут была такая Ремнева, она секретарь Центрального района, она восстала перерешить все. И все собрались вместе, прокурор края мне близко знакомый по раскону, и вместе решили. Говорит, руки-ноги не вставишь, что меня мучили там. Но это решить надо. Законно. У меня изъяли, а отдавать не хотели. Ну, Бог так сделал, что все отдали. Ну, не все, но... Так что... А это батюшкина комнатка такая, солдатская кровать. Ну, все у нас тут. Потом, Володя, закроешь там зеркало. Ладно. А вот смотрите. Иди-ка сюда. Вот, пожалуйста, посчитайте. Это Баварин мне дал. Вслух. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Он умница был. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей, верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Это какое задушевное такое письмо. Но они понимали. Я 17 лет только в тюрьме работал бесплатно. В 5 университетах вел бесплатно все, в школах. У меня ничего нету. И в то же время все понимают, что у нас есть. Это все Божье, благодать. Это нельзя издать. Это я посчитал недавно, вот это 1000 экземпляров. Сегодня примерно это 57 миллионов надо. Это ужас один. Но из этого 600 экземпляров только мы раздали. Да. В окрестных только селах мы Евангелие отдельно 30 тысяч разнесли по домам. Я вспомнила. Если вы дадите или купить Евангелие, которое вы красно раздавали. Я сейчас вам дам. Я видела. Вот на... Не надо, не покупается даром. Да. У нас мы заплатили только за подвозку. Я бы и благословила людей, которые... Все, мы вам сейчас дадим. Все, все у вас будет. Смотри, какие надписи у нас. Какие порядки. Ну, гляньте, вот везде. И везде написано, что-то не тайное делается. Идет запись за интернета. Да, да. Вот. А это наши правила о церковной дисциплине. Торговля у нас запрещена в храме. Да. В храме не разговаривают даже шепотом. У нас дисциплина заходит. Тут военные были. Приехал начальник летного училища, полковник. И говорит, как он, Сергей Живанширович, Акопян. Говорит, у меня, говорит, воинского... Такого нету дисциплины. И дети у нас, они даже не переступят. Им легко жить. У нас дети идут в армию, кто? Ни на дни дощины не было нигде. Они и не сексотничают, и выполняют, что положено. И мы им наказываем. Ты делай дело. Если поднимай ногу, как тебе положено. Ну, а здесь все это наша картина. Вот Баварин, когда приехал, мы сфотографировались. Вот он стоит, это Владимир Николаевич. Вот последний раз мы поцеловались даже. А теперь он по рукам, когда он погиб, для нас это скорбно было. Это наш епископ был, это наш дом оттуда видно. А это вот наши сестры, вот они, какое у нас одеяние, вы знаете, это глухонемой. Он женился сейчас, 4 ребятишек. А она студентка, кажется, 5 курса была в университете. А что дышащий, да хвалит Господа. Да, а это я иду, фотография есть такая, арестованный. Да, я видела в святые интернете. Я здание, это прямо напротив сейчас краевой суд, теперь музей истории, искусства и литературы. А там Бог так сделал и возвратил Господь потерю, дал вдвое больше того, что он имел прежде. Да. Это книга Иова. Угу. Написано, чтобы не делали другим того, чего себе. Да. В первое воскресенье февраля, вот в это вот сейчас будет, начало работы нашего сайта. У нас 9500 роликов только. Да, да. Мы снимаем, и люди на все мучатся. Заходит, я говорю, думал вопрос задавать, а тут же само разрешилось. Ну там вопросы, тысячи вопросов. Вообще. Вот на все мы смотрим и радуемся.
А ты что, приклеили еще? Не знаю. А? Не знаю. Не знаешь? Нет. Я хотел его снять. Ну-ка. Ну да, наклеили. Это прошлый год было, ну вам это на память. Угу, спасибо вам большое. Это я вот с Яшей, вижу, который плачет в баночку-то сказал. Я всем поразослала. Это он. А вот это, вот с этим вам за этим стоят, трехтомник. Да, да, да. Все, выходим. Это у меня продукт. А сколько Яше этому уже лет исполнилось? Сколько ему годиков уже? Да тогда было 3 года. Да, тогда. А сейчас-то ему уже сколько? Ну, да сейчас не знаю, наверное. Осторожен. 6-7, наверное. Так, Евангелие. Евангелие, вот. Давайте. Держите. Сейчас мы вас благословим. Спасибо. Держите. Вам большое. Так, идите, вы отнесите, еще дадим. Это не на один день. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья. Пакет развернутый. Маленько брали. Давай. Так, еще принесем. Пойдем. Я думала, одну-две слова надо снять. Аккуратно, все хорошо. Спасибо вам большое. Это тем, кто издает, помолитесь за них. Мы их не знаем, кто. Эти хороши, вам были спичи. И на каждом написано по благословению патриарха Кирилла. Это все делится, как начинать. Деньги ждали, а так руку откроешь, а у нас делится, все видели. И я даже слышала, потому что сказали, красное, это кровь Иисуса, пролитая за каждого. Да. И вот главное, люди-то вначале некоторые делают и искажают. Так что их можно понять, патриархию. Ну, хватит, нет, еще дать. Если надо, я к вам и в Барнаул приезжаю, я вам еще дам знать. Мы часто бываем здесь, в Барнауле. Я сообщу. А еще скажите, пожалуйста, вот это Новый Завет мы приобрели сегодня. Да. А есть еще полная же Библия. Это, да, поехать, она есть здесь. Купить православной церкви можно. Да. Все, я поняла. Вы знаете даже, где вы сейчас, если поедете, на Спартаке Дмитрия Ростовского. Ну, на Спартак, вот, да, прямо знаю, выйдешь, да. Площадь Спартака, автобусы, и там храм, и там Библия есть. Хорошо. Только берите, чтобы... 77. Да, 77. Мы были из Казахстана, тут брали, у нас тут хорошее служение. Обязательно, в каждом районе. А я, знаете, что думала? Думаю, в следующий раз пойду в библиотеку и буду вам говорить, что вы книги, они там есть. Все, все. Все до одного района центра Алтайского края, 48. А я даже а вы тут вы посчитайте теперь. 750 евро стоит полный комплект. И умножьте это на 600, которые подарили. А потом умножьте на 70. В одном евро 70. Всего с Богом, идите, а да, то застынем. Спасибо вам. Очень приятно было. Всего доброго. До свидания. Света, не хотел выходить. Очень приятно. Редко таких. Я видел своими глазами. Все открыто. Редко таких. У нас ничего не скрывается. А я вас вижу, видите, у нас. Да. Мы знаем, что у вас наблюдение. Все знаем. В интернете все выставляете. Давайте. Давайте, с Богом. Здоровья вам, дай Бог. До свидания. Thank you.
Поехали вы. Ну все, по славу Божию. Красный Христос. Давай, я побежал. Сейчас посмотрим.